Вот так и хочется, знаете, закричать из того фильма «Девчата». Ой-ой-ой, батюшки, опоздала, опоздала, батюшки. Опять я только пришла, а тут вон опять народу полно. В 2:30 открывается, я пришла в 2:35. Уже все, опять проспала, прозевала. Ну, ё-моё. Иду, смотрю, гуляю опять. Опять народу полно. Но что-то все то же самое у нас. Тряпки, тряпки, тряпки. Опять игрушек, посмотрите. Видимо, невидимо, каких хотите. А здесь вот еще посуда. Вот такое вот еще старье. Знаете, любители они продавать. И вот этот граммофон. How much your граммофон? 50 pounds. 50? It's working? Yes, 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 yes. Yes, a speaker. Ah, speakers, yeah. Do you know what years of this? I'm not sure. I haven't researched it yet. Ah, lovely. Because I know it's a gramophone with a special. Yeah, they're hundreds. They are literally 300, 400, 500. I see. All right. Бывают вот такие вот старинные, вот видели, да? Но даже не знаю, по мне, так это не антика, это какое-то вообще старое-престарое барахло. Ну вот граммофон этот, 50 фунтов он просит за него. Я вот, кстати, делаю вам такие вытяжки, как говорится, вырезки. Я уже третье воскресенье хожу на этот кабуцейл, но показывать-то особо нечего. Все какое-то одно и то же. И поэтому я решила, знаете, сделаю вам вот такие вот маленькие выкладки из всех этих моих месячных походов. За месяц вот 4 сейчас кабуцейла пройду и выберу вам наиболее интересные варианты, моменты. Вот это вот симпатичный наборчик. Ну что-то 2 фунта дорого, конечно. Ой, детских бесподобных курточек таких. How much is one? That's 2 pounds. 2 фунта. Ну, супер, конечно, курточки. Вот кто-то такие вещи продает, посмотрите. Не поддающиеся описанию. Думала, что это нефрит. Но нет, это подделка какая-то. Вот тоже старина. Очень много всяких коробок с инструментами, с обувью. Вот это вот, кстати, много раз вам тоже показывала. Одежда у них. Вот смотрите, видите, 50 пенсов любая штучка. Вот единственное, что, конечно, что размер-то все 12-й. Это, по идее, самый ходовой, но далеко не все имеют такой размер. Не знаю, почему он ходовой. А здесь вот тоже вот это все на полу. 50 пенсов. Ой, мама. Ой, здесь вообще все по 10 пенсов. Посмотрите. Шкатулочки такие красивые. Yeah, I thought it was.
Это колесики для мебели. Вот суповая чашка красивая. Как она стоит? Сейчас узнаем. Так, вот 25 пенсов я возьму вот этот вот. Кстати, неплохой. И, наверное, за 25 пенсов я возьму вот эту красивую суповую чашку. Вот, кстати, вот эти 25 пенсов. Тишуга, но уже все, нет, это я брать не буду. А это сейчас возьму, кстати, 25 пенсов. Sorry. Вот попадаются такие развалы мебели. Ну, не развалы, но хоть немножко. Но что-то такое все не прельщающее моего внимания. Сейчас спрошу, сколько стоит вот этот столик. Хотя он, конечно, по-моему, какой-то фанерный. Там вот еще две гитарки, надо спросить, сколько стоит. Excuse me, how much your guitar? $60 and $30. Mm-hmm. Thank you. Столик 10 фунтов вот тот фанерный. Я побежала сразу оттуда бегом. Ну вот видите, какие разные тоже запросы у продавцов. Показываю вам все, показываю, вот иду. И вот не перестаю удивляться, вы знаете. Вот приезжает вот с такими вот штуками. По 50 пи, по 20 пи продают, да? Иногда даже они не окупают вот то, что платят за машину. Здесь ведь за автомобиль. За место платят 5 фунтов и не всегда покупают тем, что продадут. Но все равно очень часто, очень много людей постоянно. Вот эти вот статуэтки. Собиратели пыли. Это вот как раз я вам показала сборщика денег. Вот видите, он написано Теска на нем. Вот он дает билетик, вот посмотрите, и собирает с каждой машины 5 фунтов. Сейчас ему тетечка принесет. Это для Теска прекрасный бизнес, скажу я вам. Вот не знаю, напродает ли она на 5 фунтов, но заплатит все равно обязательно. Вот видите. Прямо кэшем 5 фунтов, без проблем. Вот так, все хорошо. Вот так. Ну и вот он пошел дальше, видите, по рядам собирать. Вон он впереди в своей яркой жилетке. Никуда от него не спрячешься, потому что у всех же машины. Поэтому он не торопится. Сейчас Дань соберет со всех машин по 5 фунтов. Вот, прекрасно. Это наборы посуды вот в ящиках, видите? Очень много. Тянется. Разные наборы. Вы знаете, даже что-то не хочется мне ползать в них и спрашивать. Ну вот сейчас на всякий случай спрошу. Ну, в общем-то, вы знаете, и неплохо, если недорого купить вот. Видите, какая посуда, всякая разная. Сейчас спрошу, сколько стоит. Ну вот, видите, мужчина, он не может даже цену сложить за это все. Ну вот, викторианский, он спрашивает за эту посуду. 19, привет, 19 предметов, 20 фунтов он спрашивает. Твердит только одно, что у него жена умерла, он теперь все распродает.
Вон от зеленых волос не могу глаз отвести. Видите, девушка пошла. Ярко-зеленые волосы. Ну и вот опять посмотрите, сколько здесь этих 2 фунта each. Это кассеты, что ли, или это фильмы? Я даже не знаю, что это такое. А здесь посмотрите, друзья, какая коллекция. Это пряжки все. Пряжки на ремни. Забыла, как называется по-английски. Надо спросить, сколько стоит. How much one of this? £2. £2 everyone or different, different price? Huh? £2 each. It's lovely collection. Вот, кстати, смотрю, очень классные штуки. Я когда-то искала вот эти ручки. Вот тут они всякие разные, модные и не модные, красивые на мебель. Вот такие вот, да, вот такие модные. И даже вон какая интересная, смотрите, ручка. Каких только нет. Сейчас надо спросить, сколько это стоит, красота. Видите, бывает, какие тут залежи. О! Ну, что-то никого не вижу, чтобы спросить, сколько это стоит. Ручек у него каких хочешь. Кстати, о птичках. Мебельные все ручки, видите? Надо спросить. Кстати, вот видите, спиннинги по 15 фунтов. Наборы рыбака всякие. Лески. Кто разбирается, прямо красота. Да, вот у меня спрашивали, сколько стоит место, сколько надо платить. Вот я расскажу. Одна машина 5 фунтов, если вы торгуете с маленькой машиной. Если же у вас вот такой большой караван, как здесь, видите, автобус, вот красный микробас, то вы платите 10 фунтов за него. Иногда 7, иногда 10. Вот видите, здесь уже эти ремни я показывала в прошлый раз. То есть здесь бывает, люди ходят, распродают, как на работу. И многие, кстати, занимаются, знаете, чем? Вот собирают у знакомых, у соседей вот какие-то вещи. И потом выходят, продают. Те им отдают, может быть, даже за даром. Они здесь продают. Да, вот я сейчас спросила, уточнила вот у этого мужчины. Они тут все время, видите, продают. Здесь у него электролампочки. Какие-то электротовары, наверное, немножко. Что-то еще. Вот такое вот хозяйское. Ну вот, спросила, сколько он за свой этот автобус заплатил. Он сказал, что 7 фунтов он платит за место, за это. Но у него место огромное, сказать надо, что... Здесь вот, видите, и на полу у него. То есть тоже вот такой маленький бизнес. Что-то с мебелью уже который день напряг. Вообще, какую-то такую рухлядь только приносят здесь, видите. Ничего серьезного нету. Вот часто продают электротовары всякие, видите. И вроде недорого. Вот я имела неосторожность здесь купить однажды блендер. Блендер за 2 фунта, думаю, ну замечательно, и выглядел так вроде неплохо. Еще спросила 2 раза, работает? Да, да, все работает, конечно. Англичане же правдивые у нас люди. Принесла домой, включила, он завонял какой-то гарью и не работает. Вот так вот. Кстати, еще посмотрите, что я нарыла в наши времена. Вот такой вот. Вот такой, это типа махер, что ли, махер, не махер. Постич какой-то. Похоже на махер. О, какой красивый, посмотрите. Да, классный, кстати. Надо спросить, сколько стоит. Такие бобины тут. Ну,
вот я спросила, 50 пи она спрашивает за один моток. Очень даже неплохой, кстати. Только не знаю, махер, не махер. Ну, такой пушистенький, да? Но этого совсем мало красивого синего. И в тепи. Ой, прям не знаю, вот вязала бы, так взяла бы, конечно. Что-то прям вот этот столик мне понравился. Тут много столько интересного. Вон, видите, абажурчик такой. Симпатичный. И вот такая вот лампа. Лампа прямо суперская. А еще вон, посмотрите, какая штука. Посуда. Снэк для всяких орешков. Классно. Красивый крючок. Суперский. Ну вот куда его вешать? И вот эта вот вазочка замечательная. Как вам опять эта прелесть? Посмотрите. How much your big teddy? One pound. Lovely. How much you ask for this? Как вам нравится этот кот? За 2.50. Ой, вот эту прелесть, да чего я люблю. Когда их много стоит, продается, кажется, так прям супер. Ну и зачем они вообще-то так-то разобраться, эти кувшинчики? And this one? Oh, sorry. Ага. This, ага. Two pound, yes, I see. Так, вот это вот, конечно, я беру на подарок, супер. Она еще и песни поет, смотрите опять. Ну и вот я, как обычно, в конце своего кабуцейла все выложила для вас показать, что я купила. Вообще, конечно, это маразм, друзья. Это же просто крепчает, понимаете? Вот не знаю. Так, значит, что я купила? 50 пи, вот такую штуку. Я хочу в нее посадить кактус. Вот уже камешки набросала. Землю. Посажу кактусенок. Так, ну вот это вот. Вот эта прелесть, понимаете? Вот, слушайте. Вот, понимаете, такая прелесть. Она же еще и не одна. Она тут с вот такими маленькими какими-то друзьями, своими друзьями, ребятками. Они еще с каким-то напылением таким, знаете, под бархат. Короче, вот это за 50 пи, вот эта вся прелесть тоже. Это я покупаю обычно, подарки раздаю, когда приходят ко мне в гости с детьми. Так. Вот эти вот, вот я купила тоже 5 штучек, это носы. Вот это вот красные носы, вот они новые, видите, в упаковке. Я даже не открывала, не знаю, ну, наверное, вот такой нос, который одевается, знаете, раз, оп, и он на зажимочке надевается на нос, красненький, как клоунский. Тоже деткам в подарок. Дальше, вот это вот, такие вот ручки я купила, фурнитуру. Дверные всякие разные, потому что вы же знаете, я занимаюсь. Вот эти так вообще новые. Я же занимаюсь всей этой шабишиком, мебель улучшаю. Вот. Но тоже дешево, поэтому и купила. Вот эти две за 50, а вот эти две за 1 фунт. Вот. Тут же еще вот хочу вам показать, это же как раз вот этот вот стабилизатор, друзья. Я купила. Все-таки, но это не на кабуцейле, это я просто показываю вам. Вот такой стабилизатор DJI 2.
мобильник кладете и вот так вот с ним. Вообще надо разбираться. Я уже немного снимала вам. Сложно там. Вот. Но, по-моему, лучше. Потом скажете мне, тряска есть на камере или нет. Тоже вам показываю. Стабилизатор 120 фунтов стоит. Я извиняюсь, конечно. Ё-моё. Так, вот это. Вот эту прелесть. Я купила. Это вообще-то такой боксик для косметики. Там куда-то ехать или не знаю, идти. Чудесный чемоданчик для косметики. Ну, ребята, тоже 25 пенсов. Он еще джинсами, тут джинсовой тканью отделан. Здесь так застежка рабочая. Ну, тут, по-моему, она должна замыкаться, но ключа нет, но можно, наверное, подобрать. А я, вы знаете, для чего его взяла? Я слышала, что вот надо в денежку хранить в таких вот штучках с зеркалом. Надо его, наверное, намыть по-хорошему. Вот. Буду хранить купюры. У меня их много, я имею в виду, которые я собираю, коллекционирую. Ну вот, за 25 пенсов мне понравился. Так, и последняя. Вот такая вот кружка. Суп написано, видите? Большая, красивая, яркая. Красная внутри. Надо помыть. Вот. Но выглядит шикарно. И тоже 20 пенсов. 20 пенсов, друзья. Ну, то есть это 6, что ли. 20 пенсов умножить на 85. Это будет сколько стоить-то? 17 рублей, короче. Страшно долго считала. Вот. Ну, все, побежала. Ко мне там звонят. Опять Мартин пришел. Все, друзья. Пока-пока-пока. Всех целую.